Я приветствую всех на канале «Узоры по петельно». С вами я, Ирина Ягодинская. И сегодня, мои дорогие вязальщицы, мы будем вязать вот эту красоту. Я вставлю фотографии, чтобы вы хорошенько рассмотрели это изящество. А затем покажу схему, и мы вместе свяжем этот замечательный узор. Этот узор очень оригинален. Как видите, он состоит из нескольких элементов. Первый элемент – это объемная коса. А второй элемент – это полуажурная мережечка, обрамляющая эту косу. Узор идеально подойдет для вывязывания осенне-весенних джемперов, кардиганов, полуверчиков, кофточек, жилетов длинных. Очень замечательно он смотрится. Узор вяжется очень просто, очень быстро, запоминается буквально с первого раза. Никаких сложностей вывязывания этого узора нет. Берем спицы и свяжем эту красоту. Еще хочу обратить ваше внимание, мои дорогие, что каждый элемент этого узора можно связать как самостоятельный узор. То есть вот эти вот косы можно связать через 2 изнаночные, опять-таки косу, через 2 изнаночные, опять-таки косу, и получить замечательное полотно из объемных кос. Либо же вместо вот этих полуажурных мережек вставить какую-то маленькую узенькую мережечку. Либо все полотно связать вот этими вот замечательными, красивыми полуажурными мережками, не вывязывая косу. В общем, вариантов, как этот узор можно изменить, масса. Придумайте сами, что вам больше понравится, то и вяжите. Вяжите так, как преподаю, показываю его вам я. Либо же измените его, либо же вяжите один из этих элементов. Это творчество. Творите, пусть ваши вещи будут особенными, придуманными только вами, и ни у кого другого ничего подобного не будет. Ну что ж, берем спицы и приступаем. Перед вами схема узора. На схеме указаны только лицевые ряды, все изнаночные ряды вяжутся по узору, а накиды провязываются изнаночными петлями. Раппорт узора в высоту. Интересный момент, обратите внимание. Раппорт узора в высоту вот этой вот полуажурной мережки и объемной косы этих двух элементов не совпадает. Если коса начинает повторяться в 11 ряду лицевом, то мережка начинает повторяться с 19 ряда. То есть 19 ряд мы вяжем как первый. А вывязывая косу, мы 11 ряд вяжем как первый. Пусть вас это не смущает, это не затрудняет работу, это не придает никаких сложностей, не добавляет. Просто каждый элемент живет и вяжется в своем ритме. Таких узоров масса. И никак ни на узоре, ни на процессе вязания это не сказывается. Мы подошли к мережечке, знаем, как вяжется она, провязываем ее в ее ритме. Подошли к косе, вяжем ее в своем, в ее ритме. Это нас абсолютно никак не обременяет. Раппорт узора в ряду 19 петель. То есть в ряду есть часть узора, которая постоянно повторяется. Это вот эта часть. Не путайтесь, не вся схема раппорт узора. Набирается только вот эта вот часть, вот это раппорт. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора, нам нужно набрать такое количество петель, которое будет делиться на 19. А затем в конце один раз прибавить еще 10 петель. Это петли симметрии. Что это за петли? Посмотрите, наш узор
начинается из двух изнаночных полуажурной мережки, а заканчивается раппорт косой. Так узор выглядит незавершенным, поэтому мы прибавим еще 10 петель, свяжем еще одну полуажурную мережку в конце ряда, и у нас получится начало полотна, ажурная мережка, и конец полотна, то есть с двух сторон полотна у нас будет идти ажурная мережка. Таким образом, наше вязание будет выглядеть симметрично и завершенно. Еще раз. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель, в наборном ряду число петель должно делиться на 19, плюс 10 петель один раз и плюс 2 петли кромочные. Вертикальные черточки на схеме – это лицевые, горизонтальные – это изнаночные, нолики – это накиды. Розовые треугольники, у которых гипотенуза показывает в правую сторону – это 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо. А вот салатовые треугольнички, у которых гипотенуза показывает в левую сторону – это 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Вот эти вот зигзаги, вот этот вот зигзаг и вот этот, показывает направление переплетения лицевых петель в косе. Если он направлен в левую сторону, то три первые петли переплетаются с тремя последующими в левую сторону. Если он направлен вправо, то три петли переплетаются в правую сторону. Это все вяжется просто элементарно. Я вам покажу, запутаться невозможно. Вот эти вот стрелочки поверх двух маленьких полосочек. Одни направлены вправо, другие направлены влево. Что это за стрелочки? Это всего-навсего в этом случае, когда стрелочка направлена вправо, третья лицевая петля переставляется вправо поверх первой и второй. В этом же случае наоборот. Первая лицевая петля переставляется влево поверх второй и третьей петли. Тоже сложностей никаких. Берем спицы, набираем петли и вяжем. Я свяжу всю вот эту вот схему для наглядности. 19 петель наберу раппорта, плюс 10 петель для симметрии, это 29 петель, плюс 2 петли кромочные, это 31 петля. Ну что ж, приступаем. Я набрала нужное количество петель. Первый ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 петли изнаночные, 6 петель лицевых, это заготовочка под полуажурную косу, 3, 4, 5, 6, под полуажурную мережечку точнее, 2 изнаночные, 9 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В этом ряду мы распределяем петли. 2 изнаночные, 6 лицевых. Это вторая полуажурная мережечка. 2 петли изнаночные и кромочная изнаночной петлей. Изнаночный ряд вяжем по узору. Я провяжу за кадром, а вы вяжите самостоятельно. Третий ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 петли изнаночные, 1 петля лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Просто провязываем их вместе, ничего никуда не разворачивая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Те петли, что должны развернуться вправо, мы обязательно будем разворачивать. Развернули, вернули на левую спицу, подрастянули, провязали слева направо. И они наклонились в правую сторону. Накид. 1 петля лицевая. 2 петли изнаночные. Первые три лицевые петли косы меняются местом с последующими тремя и ложатся поверх их. Поэтому я ввожу спицу в треть, в четвертую, пятую и шестую петлю, снимаю все шесть петель с левой спицы, возвращаю на левую спицу первую, вторую и третью петлю, а затем четвертую, пятую и шестую. После перестановки все эти петли провязываю лицевой. Видите, какая здесь сумятица? Обязательно
Пересчитывайте петли, которые вы переставили и которые вы провязываете, чтобы ни одну петлю не потерять в этой сумятице, иначе она распустится до наборного ряда и испортит всю нашу работу. Считаем. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6 лицевая. Все петли провязали. Еще 3 лицевые, 2 петли изнаночные, 1 лицевая, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти петли разворачивать не нужно. А вот следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, эти нужно развернуть, вернуть на левую спицу, подрастянуть и провязать их слева направо. Накид. 1 петля лицевая. 2 изнаночные, кромочная, изнаночной петлей. Разворачиваем нашу работу. Провязываем изнаночный ряд самостоятельно. Все петли по узору. Накиды провязываем изнаночными петлями. Провязали изнаночный ряд. Пятый ряд узора. Кромочную снимаем. 2 изнаночные. Это разделительные петли. Изнаночные здесь разделительные. Они будут идти вверх, вверх, вверх. Без каких-либо изменений. 1 петля лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти просто провязываем вместе. Следующие 2 лицевые нужно провязать вместе с наклоном вправо. Поэтому мы их обязательно разворачиваем. Подрастянули, провязали слева направо. Накид, 1 лицевая. 2 петли изнаночные, 9 петель лицевых. В этом ряду в большой косе никаких переплетений нет. 2 петли изнаночные, 1 петля лицевая, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Те, что вправо, нужно развернуть. Накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, кромочная, изнаночной петлей. Мы провязали 5-й ряд узора. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Провязали изнаночный ряд, 7-й ряд узора. Кромочную снимаем непровязанной, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, эти просто провязываем вместе. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, эти мы разворачиваем, возвращаем на левую спицу, провязываем слева направо. Накид, 1 петля лицевая. 2 петли изнаночные. Объемная коса. 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3. Первые 3 петли остаются на месте, а 4, 5 и 6 петлю мы должны переместить вправо поверх 1, 2 и 3. Поэтому я ввожу спицу в 4, 5 и 6 петлю. Поддеваю их спица перед работой, снимаю все петли с левой спицы, возвращаю на левую спицу первые 3 петли, а затем вторые 3 петли, 4, 5 и 6. Переставила. Пересчитываю эту сумятицу, провязывая лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4, 5 и 6. 6 лицевых петель. Все петли на месте. Все в порядке. Мы не потеряли ни одну петлю. 2 петли изнаночные. 1 лицевая. Накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Эти мы разворачиваем, подрастянули, провязали слева направо. Накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, кромочная, изнаночной петлей. Вот что у нас получается. Провязываем изнаночный ряд самостоятельно. Провязали изнаночный ряд. Вот какая красота у нас получается. Объемная коса и 2 полуажурные мережечки. 9-й ряд узора. Кромочную снимаем, 2 изнаночные,
Одна петля лицевая, накид. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Просто провязываем их вместе. Две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Значит, мы их разворачиваем, возвращаем на левую спицу, подрастянули и провязали слева направо. Накид. Одна петля лицевая. Две петли изнаночные. 9 петель лицевых. В этом ряду мы в косе никаких перестановок не делаем, чтобы она не была очень зажатой и тугой, чтобы она имела объем. Провязываем через ряд. 1, 2 петли изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем их обязательно. Накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной петлей. Вот какие мы молодцы. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Провязали изнаночный ряд. Итак, 11 ряд узора. Мережечка еще раппорт не закончился, а вот коса начинается новый раппорт. Итак, кромочную снимаем не провязанной. 2 петли изнаночные. По мережечке у нас 6 петель лицевых. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4, 5 и 6. 2 изнаночные. Переплетение косы. Первые 3 лицевые петли поверх следующих 3 переходят в левую сторону. То есть первая, вторая и третья петля меняются местом с четвертой, пятой и шестой петлей и ложатся поверх этих четвертой, пятой и шестой петли. Я ввожу спицу за работой в четвертую, пятую и шестую петлю и снимаю все 6 петель с левой спицы. Возвращаю на левую спицу сначала 3 первые петли, а затем четвертую, пятую и шестую петлю. После перестановки провязываю все эти петли не спеша, внимательно и пересчитываю, чтобы не потерять. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая и 6 лицевая. Все петли на месте. 3 петли лицевые, 2 изнаночные. Вот какая у нас коса, полюбуйтесь. 6 петель лицевых, это петли ажурной мережечки, она тоже меняет свой узорчик слегка. 2 петли изнаночные и кромочная изнаночной. Вот какая красота у нас получается. Самое интересное и самое приятное, мы с вами сейчас попетельно провяжем все эти элементы. Вы увидите и поймете, как они вяжутся. И каждый из этих элементов вы сможете связать как отдельный узор, применить его в любом другом сочетании. Итак, изнаночный ряд вяжем по узору. Провязали изнаночный ряд. Посмотрите, какая красота! 13 ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 петли изнаночные. Перед нами полуажурная мережка. Первую петлю переставляем влево поверх второй и третьей петли. Я ввожу спицу за работой во вторую и в третью петлю, снимаю все 3 петли с левой спицы, на левую возвращаю первую петлю, а затем вторую и третью. После перестановки все петли провязываем лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Третью лицевую петлю переставляем вправо поверх первой и второй. Поддеваю третью петлю. Снимаю все 3 петли с левой спицы, возвращаю на левую спицу первую, вторую, а затем третью петлю. После перестановки провязываю 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля.
2 петли изнаночные, 9 лицевых петель, это петли косы, 2 петли изнаночные, первую петлю смещаю влево поверх второй и третьей петли, ввожу спицу за работой во вторую и третью петлю, снимаю все 3 петли с левой спицы, сначала на левую возвращаю первую, а затем вторую и третью, после перестановки пересчитывая, провязываю эти 3 петли лицевыми. Третью петлю лицевую смещаю вправо поверх первой и второй, поддеваю третью петлю, снимаю все петли, все 3 петли с левой спицы, возвращаю сначала первую и вторую, а затем третью, и после перестановки провязываю 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая петля. 2 петли изнаночные, кромочная изнаночной. Провязываем изнаночный ряд самостоятельно по узору. Провязали изнаночный ряд. 15 ряд узора, кромочную снимаем, 2 петли изнаночные и опять-таки первую петлю смещаем влево поверх второй и третьей. Переставляем эти петли местами. После перестановки провязываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля. Третью петлю смещаем вправо поверх первой и второй. Переставляем эти петли местами. После перестановки провязываем 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая петля. 2 петли изнаночные. 3 лицевые петли, это петли косы, 1, 2, 3, провязали. Четвертую, пятую и шестую лицевую петлю переместим поверх первой, второй и третьей вправо. Поддеваем четвертую, пятую и шестую петлю, спица перед работой. Снимаю все 6 петель с левой спицы, возвращаю на левую спицу сначала первые 3, а затем 3 вторые. И провязываю, пересчитывая. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные. Вот она наша красота, вот она наша коса. Какой замечательный, пышный элемент. Первую петлю лицевую переставляем влево поверх второй и третьей. Меняем эти петли местами. И провязываем их лицевыми петлями. 1, 2, 3. Третью петлю лицевую переставляем вправо поверх первой и второй. Меняем эти петли местами. Мы уже знаем, как их нужно переставлять. Мы уже это поняли и переставляли уже их. 2 петли изнаночные, кромочная, изнаночная. Простите, увлеклась. Вот он наш красавчик узор. Изнаночный ряд вяжем по узору самостоятельно. Провязали изнаночный ряд. Вот что у нас получается. 17 ряд узора. Кромочную снимаем. 2, где наша резкость? 2 петли изнаночные. И опять-таки первую петлю переставляем влево поверх второй и третьей. Переставили. После перестановки все 3 петли провязываем лицевой. Третью лицевую петлю поверх первой и второй переставляем вправо. Поменяли их местами и провязали 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. 2 петли изнаночные, 9 лицевых петель, это петли косы. Большой, объемной, великолепной косы. 2 петли изнаночные. Первую лицевую петлю переставляем влево поверх второй и третьей петли. Поменяли их местами и провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Третью лицевую переставляем вправо поверх первой и второй. Переставили и провязываем 1 лицевая, 2 лицевая,
3, 2 петли изнаночные, кромочная, изнаночной петлей. Мы с вами провязали последний лицевой ряд раппорта в высоту вот этой вот полуажурной мережки. Коса уже провязала 2 раппорта. И как видите, нам это не составило никаких трудностей, никаких лишних хлопот. Мы знаем, в каком ритме вяжется коса, и знаем, в каком ритме вяжется мережка. Ну посмотрите, разве это не красиво? Как красиво и роскошно это будет выглядеть на джемпере, на кофте, на длинной кофте. Я очень надеюсь, что вам понравился этот узор. Еще раз скажу, что каждый из этих элементов можно использовать как отдельный узор. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, нажимайте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Будем видеться регулярно и будем регулярно вязать красивые узоры. Зайдите на мой канал. Уделите минуточку времени, загляните, там много, очень много красивых узоров. И каждый узор, который вам приглянется, который вам понравится, вы сможете открыть видео и связать его вместе со мной. Все узоры на канале я вяжу попетельно. Каждый узор вы сможете посмотреть, все тонкости его вывязывания. А я желаю вам здоровья, мира, долголетия, достатка, огромной любви и счастья на всю жизнь. Берегите себя. Ваша Ирина.